Бурятский театр кукол «Ульгер» принял участие в престижной премии «Золотая маска» в Москве. Бурятские актеры представили зрителям спектакль по произведению Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Как приняли актеров на столичной сцене и удалось ли завоевать награду? В сюжете с Аюной Бухаевой. «Золотая маска» подобна «Оскару» только среди российских театралов. В этом году премия станет юбилейной, 25-й по счету. Само награждение пройдет на исторической сцене Большого театра. На конкурсе представлены все виды театрального искусства, от оперы до театра кукол. Эксперты, чтобы определить номинантов, просмотрели более 1000 спектаклей. Церемония объединила знаменитых актеров, режиссеров, художников и победителей премии прошлых лет со всей России. «Золотая маска» – самая важная премия для актера, работающего в театре. В ней нет никакого гламура, с одной стороны, абсолютно. Но, с другой стороны, она весомая. Не каждым призом можно гордиться, а «Золотой маской», да, безусловно. Вот эти призы, вот, кроме морального удовлетворения, вот, не приносят, в общем-то, ничего. Денежной награды у премии нет, но у медали другая сторона. Лауреатов приглашают на творческие проекты. Для региональных театров это шанс получить финансы на новые спектакли. Так, «Ульгер» – единственный театр в Бурятии, четырехкратный лауреат «Золотой маски». После нескольких побед удостоился гранта от Минкульта России на постановку «Руслан и Людмила». Видела, что там в Бурятии, да, Улан-Удэ. У них замечательный режиссер Яна Томина. И актеры увлечены этим, это видно совершенно все. Просто вот так, замечательно, получили удовольствие. Спектакль «Руслан и Людмила» показали московскому зрителю за 3 дня до награждения. Сложные декорации и свет выставляли за день до выступления. Не обошлось и без экстрима. Буквально перед показом 3 раза меняли занавес. 2 из них просто не подошли. За полчаса мы еще не знали, вообще сможет состояться спектакль или нет. Потому что поэтому нервы были накалены, все были очень собраны, сосредоточены. Я считаю, что актерский как раз проявился максимальный профессионализм. Пушкинская поэма прозвучала в бурятской версии. По задумке режиссера Яны Ту, именно сказку пересказывает новый персонаж – азиатский гость. Я никогда не думал, что я буду играть прямо Руслана русского, тем более Пушкина. Для меня это не близко. Русский герой, там, любовник. Я исполняю роли Черномора и голову. Они как бы для меня, наверное, скорее всего, может быть, как подходят. Потому что режиссер же знает, смотрит же, видит же, как бы, актеры какие роли подойдут. В этом году постановку представили в 4 номинациях. Актерская игра, работа художника, режиссера и лучший спектакль. Но впервые театр не получил награды. Хотя она так необходима. Труппа кочует по разным площадкам почти 2 года. Шедевры буквально создаются на коленках. Какое будущее ждет театр кукол? Главный вопрос. Рассказывается история. Неважно как, тело, голос, куклы, если в этом есть душа и талант, это никогда не умрет, это будет бессмертно. Это связано с возрастанием человека, с детством человека. Нет, не уйдет. Если ты заставил большое количество зрителей вспоминать о твоем герое и об этом походе в театр через несколько лет, вот это самая главная победа. А получил ты за эту премию или нет, честно говоря, это не важно. В жанре кукольного театра в этом году все награды собрал Санкт-Петербург. Жюри отметило 2 постановки из северной столицы. Спецприз премии получил Башкортостан. Саюна Бухаева, Борис Бальчинов, телекомпания «Арибы».